28 ноября 22 года. Вы посмотрите, как розочки сопротивляются, как они не хотят зимы. Ноябрь, столько бутонов выпустили. На улице плюсовая, конечно, температура, но мало же. Все, надо уже приготовиться к зиме. Они доживают свои последние дни. Минус обещаются дня на день. И вот они какие, радуют своим цветением. Качаются на ветру и никак не ждут зиму. Посмотрите, какая прелесть. Греет душу, конечно, такое цветение. Рост 28 ноября. И ведь это не Крым. И даже не Кавказ. Вообще Ростовская область. Вы посмотрите. Ну не чудо ли? Столько бутонов. Какая красота. Сама в полушубке стою, потому как ветрено. И плюс 6. Это совсем не тепло. Но вышла поснимать. Не удержалась. Вот, посмотрите. Ну какая прелесть. Поэтому хорошей вам зимы всем. Очень хорошей. Как эти розы.